Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложение по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм Дельта. На сегодняшний день появились сведения, что Украина решительно намерена ужесточить требования для въезда граждан Беларуси и еще 4 государств, в том числе из России и стран ЕС. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, основная причина – Дельта-штамм коронавируса и его распространение в этих странах. Эти государства Индия, Беларусь, Россия и еще 2 страны ЕС, число въезжающих которых будет заметно сокращено. Также отмечается, что украинское правительство может принять дополнительные меры по этим странам, однако какие именно, не уточняется. Напомним, что подобная ситуация произошла накануне празднования Дня независимости в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной, поскольку с территории южного соседа к нам поступает огромное количество запрещенных товаров. Что такое дельта-штамм коронавируса? Особую мутацию коронавируса выявили в Индии осенью 2020 года. В марте 2021 года новый штамм привел к вспышке заболеваемости в этой стране. Специалисты называют этот вариант COVID наиболее заразным из существующих на данный момент. По словам врачей, дельта-коронавирус маскируется под сезонные вирусные инфекции. Главными симптомами являются насморк, боль в горле, а также расстройства желудочно-кишечного тракта. Также отмечаются чувства усталости, боли в мышцах и тошнота. Болеют им в основном молодые люди. Они же становятся главными переносчиками инфекции, поскольку воспринимают новый вид вируса как обычную простуду и не спешат обращаться к врачу. Впервые индийский штамм был выявлен в Беларуси в июне, однако подчеркивалось, что речь шла только о Минске. Белорусские эксперты полагают, что данный вид инфекции может передаваться гораздо быстрее, чем ранее известные штаммы. По словам врачей, заболеть дельта-коронавирусом могут как ранее переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные. Однако нынешние вакцины вполне защищают от нового варианта вируса.